Еще Запчасти это с самолетом вопрос. 57-м, по-моему, году, я еще, к нам приезжали геологи. Вот они делали вот эти по всех лесах, они делали какие-то там замеры, какие-то. И за Сибирбаш они сказали, это затухший вулкан. Там, говорит, есть алмазы, и то, но трогать нельзя, тронете, он начнет работать. Вот это был запрет, это у нас на квартире эти двое, Эдик и Елизавета, муж и жена были. Вот. И меня даже с собой брали, я была и на том, как оно называется, туда аж под Новороссийском гора тянется, тут Дерби, и на Сибирбаш, и Папа, и вот эти, я везде они меня водили, у них еще мальчишка был, мол, ровесник, и вот он мне вместе с ним. А на Папае же тоже где-то хутора были там? Да, там да, жили там. А какие, так греки жили или русские? Сначала греки, да, а потом... Ну,